Заместитель губернатора Александр Сенин ушел в отставку. Об этом сегодня, в свой последний день работы, заявил журналистам сам чиновник. Подробности из Белого дома в сюжете Эльдара Миндиахметова. В свой последний рабочий день заместитель губернатора Александр Сенин сообщил, что в ближайшее время посвятит отдыху и судебным тяжбам. Напомним, иск о защите чести и достоинства Сенин выдвинул против одного из областных депутатов. Парламентарий обвинил высокопоставленного чиновника, который курировал вопросы здравоохранения, в нарушениях законодательства о госзакупках. Прокуратура в действиях Сенина нарушений не усмотрела. Впрочем, проверки Следственного комитета и контрольно-счетной палаты продолжаются. Тем не менее, скандала избежать не удалось, и заместитель губернатора решил покинуть свой пост по собственному желанию. Скандальная вот эта история вокруг меня, вокруг моей семьи, вокруг всей системы здравоохранения Ярославской области, которая инициирована депутатом одним и, так сказать, поддержана некоторыми другими, это все отрицательно сказывается и на работе правительства, и его отдельных подразделений. И как управленец я не могу это не замечать. Я написал губернатору заявление с просьбой досрочно прекратить мои полномочия. И мое заявление было удовлетворено. Замом главы региона Александр Сенин проработал 2 года. До этого 6 лет он возглавлял областную онкологическую больницу. Контракт с правительством истекает в феврале 2015 года. По словам коллег, Александр Сенин зарекомендовал себя как грамотный и квалифицированный руководитель. В регионе удалось снизить младенческую смертность, а также количество инфарктов и инсультов. Даже если по закону все чисто, правильно и хорошо, но если существует хоть малейшая угроза доверия, необходимо просто исключить даже возможность обсуждения. И этот поступок, конечно же, должно быть, наверное, случиться сразу же, немедленно, тем самым подчеркнув добросовестные намерения чиновника такого ранга и уровня. Мужественный шаг со стороны господина Сенина. Поэтому в этом отношении, как молодежь говорит, респект и уважуха. Рассмотрение дела о защите чести, достоинства и деловой репутации назначено Кировским районным судом на 18 июля. Александр Сенин намерен помешать ответчикам набрать дешевые политические очки. Пост заместителя губернатора пока остается вакантным. Эльдар Миндиахметов, Василий Мосин, Александр Рябков.